И вот пока по-прежнему, да, в таком защитном визоре действует Артем. Альберт Ярулин входит в зону. Воронков. Момент. Здорово находит партнера. Лямкин. Передача. Гол! Как раз таки Артем Галимов. Ну и отметим классную передачу партнера. Распечатали. Ворота Хельберга. И здорово поборолся Дмитрий Воронков. Ну и посмотрите, Никита Лямкин идеально по-бильярдному. Классная передача. И идеально точное подставление от Артема Галимова. 1-1. Вечер. Он и не был томным, но сейчас как минимум чуть приятнее стало болельщикам Акбарса смотреть за сегодняшней встречей. Реализовано большинство. Еще целых 4 минуты.